не давая мне возможности назвать полностью состав команды «Панорама». Ну что ж, Муса на угловом, конечно же, Макинде. Здесь Адебайор и Чех, все ростом футболисты. Саид Диабате, Адебайор! Прекрасно, прекрасно. Так мы ожидали гол этого футболиста, и он случился. Отличная скидка от Александра Чеха головой. Ну и Адебайор на дальней штанге ждал своего шанса. Мяч получил, и вот этим вот мастерским кивком он воплощает этот нажим, который Аслан Гатагов в начале второго тайма организовал. В общем-то,